Ну, сейчас уже более или менее не так страшно все выглядит. Крупные части вывезли. Вот осталось вывезти. Приехали в приют, боялись даже заходить. Страшно было. Ну, вот такая вот картина. Вот домик рабочих. Лена Порошина рукой машет. Вон старичок на свободе гуляет. Девочки кормят собак. Обычная жизнь приюта. Вот. Здесь вот Надя убралась. Здесь наши кошечки теперь. Посмотрите, какая чистота. Посмотрите, какой порядок. Каждая нашла себе местечко. Ой. Ой. Смотрите, какие кисоньки. Посмотрите, как она следит за ними. Все сделала так, как надо. Горшки отдельно. Лежаночка, посмотрите, какая лежаночка. Посмотрите, как они спят. Конечно, кошки в стрессе. Кс-кс-кс-кс-кс. Зайки. Кс-кс-кс-кс. Кисы сладкие. Потом мои глазки покапаем. Да, да. Лёдка. Лёдки. Да. Кс-кс-кс-кс-кс. Ну, вот что я могу сказать. Могу только показать. Да, и ты тоже сидишь такой прям страшненький такой, да, прям страшные такие глазки. А ты хочешь побегать, да, скажи, нам так было хорошо там. Так нам было вот этот чудесный рыжий. Кс-кс-кс-кс-кс. Эти зайцы, эти рыжий. Такой красавец, похож на моего. Кс-кс-кс-кс-кс. Вы смотрите, какие грустные глаза. Да, был у нас дом. У нас нет дома. Теперь у нас просто угол. Ребята. Так. Вот такой кошатничек теперь. Но порядок вообще идеальный. Это было так сделать, так все вылезать. Только одна Надюша может. Она у нас молодец. Вот эту вот рыженькую. Ой, смотри, как любопытная ей. Да, рыженькую вытащили с четвертой будки. Ой-ой-ой-ой-ой. Она очень боится. Тащи, 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 тащи. Она как бы не сорвалась. Очень боится собак. Мимо проезжала тележка, и, ребята, она так сиганула под бытовку. Еле вытащили. Людей не боится, она боится вот окружения. Вот этого внешнего мира, которого она, скорее всего, практически не видела, где она была до этого. Ее вытащили из, вынули из бытовки. Она там с кем сидела, не знаешь, Наташ? Вот, она достаточно уже взрослый собак, скорее всего, годовалая. Ну, может быть, чуть-чуть. Ты мой займ, ты мой сладкий. Оказывается, есть новый алабай. Так, фу! Нельзя на меня так прыгать. Фу! Вот такой вот, вот, вот такой вот, вот такой непослушный, деловой, хочет ласки. Сейчас дам. Иди. Фу! Вот такой вот у нас. Смотрите, какой большой, игривый. Сейчас, смотри, на. Смотри, какой кусочек. Опа! Хороший. Тихо, фу, фу, тихо берем. На. Да что ж ты, чудо такой. Непослушный. На, молодец, молодец. Прыгнет так, что мало не покажется. Да, на скорее, тихонечко, тихонечко берем, 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 тихонечко. Вот такое еще алабаистое чудо. Вот, большой, красивый, молодой и непослушный. И непослушный. Так, соседи, хватит гавкать. Соседи. Ах ты моя золотая. И ты золотая. Как ты похожа на разноглазку. Как ты на нее похожа. Так, все. Ай, молодец. Ай, молодец. Такой большой собак какой. Большой. Да, в память Алине.
Мы тебя погладим. Да, солнце. Да, большое, красивое солнце. Фу! Фу! Все, на сегодня хватит. Нам надо идти к другим. Пока. Пока. Красавцы. 43-й вольер. Все такие пушистые. Посмотрите, какие красавцы. Восьмой вольер, собаки все как на подбор. Такие красивые, рыженькие. Посмотрите, какие мордочки. Очень красивые собаки. Рядом немножко постарше, тоже красивые. Все у нас красивые тёщи. Последние вольеры. Солнце светит. Не очень хорошо видно. Вот это последние вольеры. Это которые уже с другой стороны. Причем собаки все дружелюбные. Ну, может быть, две вот было диковатых. И так все подходят, берут с рук. Вот, а это уже... Вот он, первый ряд идет. Сегодня хороший солнечный день. Погода прекрасная. Не холодно совсем. Вот они, печенье ждут. Все равно. Типа как корм доставлен. Вот корм доставлен, да. Вот корм. Корм от Павла, я так поняла, да? Наверное. Павел. Кто? Павел, да? Так, вот в приют. Привезли корм. Только чуточку раньше. Его уже разгрузили и уже выгрузили из машины. Вот. Вот накладная. Да, вот она у нас тут накладная. Ну, вблизи я не буду показывать. Сейчас пойду посмотрю. Так, и куда его? Туда отнесли? Да, сейчас пойдем, да. 27 там, 3 мешка наши, а 24 привезли только что. Ага, хорошо. Ребята, дайте-ка я... Сейчас я вам все покажу. У нас такой друг есть, Павел, который оплатил корм 20 мешков. Ну, мы сейчас пойдем. Вот он скоро. Сейчас мы его найдем. Собаки, собаки. Все привезли. Не надо так гавкать. Так, ну вот. Вот наш корм. Вот наш корм. Вот наш корм. Вот наш корм, прохвост. 20 пакетов. Будет нашим хвостиком что-то поесть. Вот. Щенко. Спасибо, Павел. Спасибо вам огромное. Это неоценимая помощь.